В эфире телеканал «Айтон ТВ», программа «С большой буквы». В студии я, ее ведущий, Александр Гурарье. Здравствуйте. С нами на связи политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине Цви Маген. Цви, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Цви, несколько дней назад президент Трамп уволил федерального прокурора Джеффри Бермана, который, в общем-то, считался его врагом, как бы они давно, мягко говоря, не ладили друг с другом, но вот Берман, в частности, занимался расследованием относительно турецкого банка, который подозревался в отмывании Халкбанк, он подозревался в отмывании денег для Ирана в обход всех этих санкций. Ну и вишенка на торте, что управляющим этого банка являлся и, похоже, до сих пор является зять президента Эрдогана, и как бы все это смешалось в доме Облонских, и получается весьма неприглядная картина. После увольнения прокурора акции банка поднялись там на 10 и даже больше процентов, потому что поняли, что дальше будет зеленый свет. Я бы хотел поговорить с вами сегодня о взаимоотношениях между Турцией и Соединенными Штатами, и в частности между, о личных взаимоотношениях между президентом Трампом и президентом Эрдоганом. На первый взгляд, Трамп ведет себя очень грозно, он ставит на место всех своих, так сказать, врагов и даже партнеров, но с Эрдоганом он ведет какую-то странную игру, какой-то у них там вальс такой очень заковыристый. Он прощает Эрдогану многие вещи, которые бы он не простил кому бы то другому. Ну, а со своей стороны Эрдоган в присущей ему манере продолжает хамить, и зачастую хамит президенту Соединенных Штатов. А на ваш взгляд, чем обусловлена такая, ну, скажем, любовь Дональда Трампа к президенту Эрдогану? Не всегда она была, да. Ну, ладно, с кем не бывает, но тут, чтобы разобраться, нужно начать немного с истории. Нет, Эрдоган мужчина симпатичный, я понимаю, такой представительный. Я хочу напомнить, что Турция, как таковая, была очень милым партнером Запада в течение поколения, я бы сказал. В доэрдогановскую эпоху, да? Да, я к тому. И не только это, она была членом, и она является, между прочим, членом НАТО, и много чего еще. И, естественно, для Соединенных Штатов это был очень важный партнер на Ближнем Востоке, совместно, между прочим, с тем же Ираном, и были такие вот времена. И что-то тут произошло в самой Турции, чему на Западе, по-моему, не готовились. А именно, что пришел к власти Эрдоган, пересмотрел значит, политику своей страны, интересы и так далее, и выбрал другое направление, но сделал это по-турецки, так очень своеобразно. В смысле, он никуда не уходит от Запада, с одной стороны, но все же поворачивается к нему уже не лицом. Ну, Эрдоган решил сменить направление внешней политики, и оно в основном направлено на возобновление в какой-то мере бывшей турецкой или Османской империи, которая владела большими территориями в нашем регионе Ближнего Востока и в бывшем Советском Союзе немалыми территориями, и в Европе тоже и так далее. У них очень обширные воспоминания. И в этом отношении это существует в Турции как идеология, но это не обязательно политическая, внешнеполитическая цель, но это влияние в какой-то мере. Это с одной стороны. Он хочет быть серьезным или крутым игроком на международном фоне, арене. С другой стороны, есть и другой добавочный круг вопросов. Это касается позиции Турции в исламском мире. В этом отношении он решил поднять то, что называется, перчатку, брошенную Ираном в какой-то мере, и вышел на противостояние, не обязательно против Ирана, а за владением пальмы первенства в исламском мире. Имеется в виду, действительно, во всем исламском мире. И поэтому он должен стать влиятельным и ведущим игроком на ближневосточной и других аренах, где ислам борется за, так сказать, статус. В этом отношении он, ну, в какой-то мере объявил, ну, не скажу войну, но все же заявил Израилю, что он больше с ним не дружит, потому что нужно мобилизовать поддержку исламского мира, исламских государств, исламских организаций. И в этом контексте он вступил на эту стезю борьбы и с Ираном, и с другими игроками в регионе, в частности, той же Сирии, в которой началось
противостояние против разных группировок исламского, разного исламского толка. Не будем сейчас их описывать. Но в этом отношении он сейчас ведет политику исламизма. Он возглавляет в какой-то мере, хочет возглавить мировое движение исламского братства, что называется. В чем исламского суннитского братства? Да, так оно называется. Это называется, да, суннитского, естественно. Суннитс, надо просто пояснить, может быть, кто-то не в курсе, да. Что турки в основном сунниты, там 80% населения сунниты, а 20% там шииты, алавиты и прочее, да? И в этом плане он перекликается со странами Персидского залива, такими как Египет, Саудовская Аравия, да, то есть они тоже суннитские. И в этом смысле они противостоят Ирану, потому что Иран шиитский. Вот в этом как бы есть определенная коллизия. Да, но не только из-за того, что они разные, потому что каждый из них хочет быть, это возглавить, скажем, исламское международное движение или мир и так далее. В этом отношении он активный участник именно этих разборок в регионе. И тут подвернулась и Сирия с ее гражданской войной, и он вступил туда тоже как добавочный игрок, где есть, и напоминаю, что сейчас в Сирии находятся все региональные державы, он себя считает даже не только региональным, но регионально он является. Это очень серьезная военная держава в этом отношении, Турция. И Турция там находится вместе с Ираном, который тоже не абы кто, а считает себя вообще ведущей державой. Там находятся и сунниты разного толка, которым покровительствуют и Саудовская Аравия, и другие страны залива. Там находится и в какой-то мере даже Израиль, который борется за свои интересы национальной безопасности против разных угрожающих ему сторон. И в этом контексте идут разборки, тут подключается на определенном этапе Россия. Турция с Россией плохо уживали в свое время, когда Турция была много лет и членом НАТО, и советский, потом антироссийский направлено. И вдруг надо было как-то выяснять отношения, поэтому пришлось найти общий язык именно с Россией в Сирии, что и было сделано. Россия сумела найти или заставить Турцию находить общий язык с ней, и до данного момента формально они находятся вместе в одной коалиции на стороне асадовского режима против повстанцев, против других, и в этом контексте против Соединенных Штатов, в конце концов. Да, вот как раз это я и хотел обратить внимание, еще раз вернуться к этому. То есть получается, что Турция заигрывает с Россией. Мало того, Турция закупила у России С-400 противоракетные комплексы в пику Соединенным Штатам, потому что Турция страна, является членом НАТО, поэтому все вооружение у нее должно быть как бы натовское, универсальное, унифицированное натовское. Да? И вот опять возвращаемся к отношениям с Трампом. Трамп сначала, то, что называется, потопал ножками, да, а потом как-то все это прошло на тормозах. Он простил туркам то, что они купили. И это турки... Он не только не то, что купил С-400, хотя это само по себе тоже очень... Это нонсенс в определенной степени, что страна НАТО покупает оружие у, так сказать, страны вероятного противника. Да, но Эрдоган бросил вызов всему НАТО, потому что вопрос там то не только НАТО. Во-первых, я уже сказал, что он имеет в виду в регионе и вообще не только. Кроме этого, он очень обижен на Европу, потому что его не приняли... И кроме НАТО, конечно, где он там где находится, его не приняли в Евросоюз. До данного момента, указав ему и его предшественникам, что Турция еще не заслужила этот статус. И он в какой-то мере, я бы не сказал мстит, но все же считает это в какой-то мере оскорбительным. И это тоже играет определенную роль в его решениях. Это с этой стороны. Но сотрудничая с Россией в геополитических, скажем, разборках в регионе, он кидает вызов и НАТО, и еще хуже Соединенным Штатам, как мы уже сказали, но и остается параллельно, формально, как минимум, и членом НАТО, и должен сказать, и дружит с Соединенными Штатами, потому что экономика завязана на Запад, и все что угодно. Тут такая проблема, такой клубок, который очень сложно решить, и он требует уважения к себе, он требует признать его таким или иным лидером, и все, что с этим связано. У Соединенных Штатов, естественно, к этому достаточно серьезное отвращение было в течение определенного ряда лет. 9 лет они уже там разбираются в Сирии. Но в последнее время к этому следует добавить еще и Ливию. В Ливии тоже проходят там свои разборки, идет гражданская война.
И даже Россия туда подключилась в последнее время, и Турция тоже. И на сей раз она выступает уже против России, как региональная держава и как основной интересант разборок, касающихся вообще присутствия тех или иных игроков глобального толка в регионе. Это уже проблема. И тут уже, несмотря на все предыдущие горькие пилюли, которые пришлось проглотить Западу, тут уже ярко выраженный интерес координировать с Турцией те или иные ходы, потому что это уже противостояние другого масштаба. И в этом контексте... То есть Трамп пытается задобрить Эрдогана? В этом отношении, да, вероятнее всего. Хотя во внешней политике не все до конца понятно, потому что там играют в одном направлении, оказывается, это подвох и намерены совершенно в другом направлении. Но это на данном этапе у Трампа есть проблема в регионе. Трамп, ему очень сложно решить вопросы общерегионального уровня. Он до данного момента застрял в Сирии не хуже и не меньше других игроков той же России. Он там, имеется в виду Соединенные Штаты, находится в Сирии, присутствуют американские вооруженные силы там и вообще в регионе. Очень много проблем. Трамп ведет противостояние с Ираном, ему нужны партнеры именно против Ирана. И в какой-то мере Россия играет пока с Ираном на его половине, на его стороне. И Турция в этом контексте партнер, и поэтому, увязывая вопросы и Ливии, и Ирана, который угрожает всему Ближнему Востоку, и учитывая интересы других ближневосточных игроков государств, имеется в виду, например, тех же суннитских государств, есть интерес как-то выяснить отношения в этом отношении. Поэтому у Трампа так или иначе накопилось достаточно много, скажем, веских аргументов с Эрдоганом не расходиться окончательно, не ссориться окончательно, а пригласить его или заманить его в свой лагерь и этим самым заручиться его поддержкой в других вопросах в Восточном Средиземноморье, Иран, Ливия. Восточное Средиземноморье тоже следует тут подчеркнуть, потому что там назревает уже вооруженное, может быть, противостояние. Речь идет о захвате тех или иных акваторий этого Средиземноморья, Восточного Средиземноморья, Турции, которая заявляет о своем статусе в этих регионах, которая угрожает там и Кипру, и Греции самим своим присутствием, но и влиянием, и газопроводами, которые там проходят, и на которых у Турции есть свои интересы. И поэтому в этих разборках тоже есть интерес Европы как-то это успокоить. И поэтому весь этот комплекс сводится к тому, что сейчас в последнее время ищут и, вероятнее всего, находят какие-то возможности договориться с Эрдоганом и спустить весь этот предыдущий, клубок на тормозах. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в своей книжке, нашумевшей книге, упомянул, что Трамп просил его позвонить тогдашнему прокурору и попросить смягчить обвинительное заключение против вот того самого турецкого банка, с которого мы начинали, да, для того, чтобы, значит, каким-то образом спустить на тормозах. То есть я все время пытаюсь понять, есть ли между ними что-то личное, то есть какие-то личные интересы, то есть, судя по всему, и это считают многие аналитики, Эрдоган просто обыграл Трампа, то есть в этой истории с банком он его просто обвел вокруг пальца, потому что этот банк занимался отмыванием денег для Ирана, при том, что санкции, которые ужесточал Трамп, направлены тоже против Ирана, и все это было замешано на том, что эрдогановская семья просто с этого стригла купоны, причем купоны весьма и весьма жирные. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, хочу сказать, что если действительно это так, то Эрдоган не является единственным, назовем условно игроком в этой области. Я хочу напомнить, что американцы играют, не обязательно Трамп, но люди из очень серьезных систем Соединенных Штатов играют в Украине, например, и в других местах, где экономические интересы являются ведущими. И в этом контексте ничего нового. Но хочу дополнить и добавить, что у Турции с Соединенными Штатами, у Эрдогана разборки, потому что оппозиция против Турции, против Эрдогана находится в Соединенных Штатах, а Соединенные Штаты поддерживают оппозиционеров, беглых оппозиционеров, которым грозит и тюрьма, и другие разборки со стороны Эрдогана, и
базируется на Соединенных Штатах, так что там много чего накопилось. Я бы не обращал внимания именно на этот последний случай, который сейчас разрулили, так сказать, условно. Я не исключаю, что Трамп решил сейчас это дело спустить на тормозах через этот банк или через другие там другие возможности для того, чтобы как-то успокоить атмосферу, привлечь Эрдогана к столу переговоров и найти общий, новый общий язык. Вот примерно так. То есть в ближайшее время нам надо ждать новых, так сказать, действий относительно Трампа и Эрдогана, и посмотрим. Это еще не конец. Я бы не сказал, что на этом позитивно кончится, потому что у России еще есть что сказать по этому вопросу, и других тоже, включая Израиль. Спасибо. Спасибо, Цви Маген. Мы беседовали с политологом, дипломатом Цви Магеном. Программа «С большой буквы» подходит к концу. Всего доброго. До свидания.